способ. 100% выпадет Лего. Правда? Не обманешь? Ура! Мне выпал Макс! Что там произошло? Ты чего так радуешься? У меня в Brawl Stars выпал Макс! Крутой персонаж! Ого! Бесплатно, что ли? Обалдеть! Как ты его выбил? Из бесплатного большого ящика. Класс! Давай мне на аккаунт его выбьем. Ты же запомнил, каким способом ты это сделал? Нет. Я просто клацал всеми способами и открыл большой сундук. И вот Макс. Как-то это странно. Ты самый большой игроман в нашей округе. И тут забыл способ, как ты выбил крутого перса? Мам, да я правда забыл. Так и скажи, что ты рассказывать не хочешь. Мам, да ну честное слово. Сначала я взял испытание, а потом не помню. Я знаю 10 способов. Я их всех пробовал, и вдруг мне выпал Макс. Не хочешь говорить мне? И ладно. Я тогда куплю себе нового персонажа, мистера Пи. Ха, у тебя гемов не хватит. Задоначу. Всего лишь каких-то $20, и он у меня в коллекции. Мам, купи его лучше мне. Ты же редко играешь в Brawl Stars. Нет, Сережа, не хочешь со мной делиться способом, как выбить крутого перца в Brawl Stars? Ну и не надо, я себе куплю еще круче. Хорошо, хорошо, мам, давай испытаю все способы, которые я знаю. И если я тебя выбью любого крутого персонажа, то на мистера Пи ты будешь донатить мне на аккаунт. А если не выбьешь, то мистер Пи будет только у меня. По рукам. Давай свой телефон. Ого, мама, у тебя почти 60 сундуков. Ну да, я старалась, собирала. Создаешь свой клуб в Браво. Называешь его именем персонажа, которого хочешь выбить. Вот, я создал клуб и открываю 3 маленьких сундука. Ничего не выпало. Мне так Макса хочется. Давай другой способ. Ну ладно, берешь самого нового бойца, допустим, мистер Пи, и испытываешь его в битве. Испытание нужно пройти полностью. И потом открыть большой ящик. Ой, таким способом выпало мне только 8 гемов. Давай другой. Ладно, есть у меня еще один способ. Испытываешь ворона и убиваешь самых дальних роботов. И желательно открыть больше, чем один сундук. Давай откроем 3. Круто! Еще 5 гемов и билеты. Ну, Макса все же нету. Есть еще способы? Ну, конечно, у меня есть еще один классный способ. Берешь начального бойца Шелли, играешь в Brawl Ball и выигрываешь один раз. Нажимаешь на плюсик, нажимаешь «Вступить по коду», удаляешь код, который написан, и пишешь имя бойца, которое ты хочешь получить. Правильно и на английском языке. И открываешь большой ящик. Этот способ не очень, вообще ничего не выпало. Давай, какой там у тебя еще есть? Говорят, что если открыть более 7 сундуков очень быстро, то может выпасть легендарка. О, в этом что-то есть, давай попробуем. Вообще ничего, ни гемов. Пару билетов всего лишь. Нет, неинтересный способ. Какой еще есть? Ту!
точно! Я вспомнил самый крутой способ! У меня так друг Леона выбил! Берешь одного любимого персонажа и им играешь три любых события. Затем открываешь три больших ящика. А что звучит неплохо? Давай пробовать! Готово! Теперь открываем три больших ящика. Давай, не терпится. Дэрил! Мама, это круто! Нет, Сереж, так не пойдет. Я Дэрила крутым персонажем не считаю. Я хотела легендарку или хотя бы Макса. Эх, мама, какая ты хитрая. Ну ладно, у нас есть еще два ящика. Выпал только Дэрил, какие-то улучшения, билеты. Давай еще какой-то способ. Мам, у тебя и так выпал крутой боец. Теперь шанс на легендарку меньше. Нет, не пойдет. Точно, я знаю крутой способ. Если тебе только что выпал новый боец, берешь его и играешь с ним за три билета. А после битвы открываешь три маленьких ящика. Интересно, давай попробуем. Все, выбирай тогда Дэрила и идем в роборубку. Я не выиграл, но это не столь важно. Открываем сундук. Ничего не выпало, только 5 гемов. Ну, в принципе, тоже неплохо. Может, ты еще что-то знаешь? Знаю еще один крутой способ. Мне подписчик рассказывал. Открываешь маленький ящик и меняешь бойца на экране. И так 5 раз. Но Лена должна выпасть 5 ящиков. Если не выпадет, то дальше уже нет смысла открывать сундуки. Давай попробуем. Ящиков у меня достаточно. Это не помогло. Какой у тебя 9-й способ? Есть еще один способ. Нужно открывать большие ящики, но экран нужно отвернуть вот так, от себя. О, прикольный способ. Да я попробую. Так, отворачиваем от себя. Так, давай посмотрю, где у нас... Ага, вот сундуки и открываем. Ничего, в принципе, выпало аж целых 12 гемов. Это очень круто. А бойца не выпало. Значит, у меня не будет мистера Пи. О, мама, у меня есть самый крутой способ. 100% выпадет Лего. Правда? Не обманешь? Ну, если не Лего, то мистер Пи точно наш. Ну, расскажи, интересно. Слушай, заходишь... клуб своего друга или в любой другой клуб, там в чат пишешь 3 раза имя персонажа, которого хочешь. Имя нужно писать настоящее на английском языке. И после того открываешь 10 маленьких сундуков. Как-то слишком просто. Ну, сундуков у меня много. Давай попробуем. Био, эпика! Ты мне должна, мистер Апи. С чего это? Ну как это? Это крутой персонаж. Мой способ работает. А мы, между прочим, с тобой спорили. Так что донать мне деньги. Ничего не знаю. Давай мне мой телефон. Мне пора на работу. Ты
Ребята, обязательно напишите в наш инстаграм. Я считаю, что мама мне должна купить мистера Пи. А как считаете вы?